Пропавший без вести турист из Санкт-Петербурга найден мертвым в Гунипском районе, сообщает Следственный комитет региона. 37-летнего мужчину селевой поток унес на 4 километра от Карадагской теснины. По последним данным, также нашли и тело 52-летнего жителя села Купа. Его вместе с «Газелью» унесло рекой к началу Ирганайского водохранилища. Обнаруженное тело женщины 1969 года рождения, находившейся в автомобиле 7-й модели, которое унесло селевым потоком 23 августа в Хаджалмахиле Вашинского района. Тело было обнаружено в 150 метрах от моста в селе Майданское Унцукульского района на берегу реки. Продолжаются поиски ее сына 2001 года рождения. Пропавшими без вести еще считаются турист из Москвы и один житель Левашинского района. Напомню, 23 августа ливневые дожди в горных районах привели к поднятию уровня рек и к селевым потокам. Спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана продолжают поиски. Задействованы кинологи и беспилотные воздушные средства. К поискам подключены сотрудники полиции, местное население, а также вертолет Ми-8 МЧС России.